Иногда люди после ЗАГСа не могут прожить вместе и месяца. Они рядом уже 20 лет. Семейное счастье Сорокиных только крепнет с годами. И они готовы дарить свою любовь другим. Елена и Сергей взяли из детского дома маленькую Яну. Взрыв газового баллона оставил девочку сиротой. Узнав об этой истории, супруги решили навестить ребенка. Приехали, там была ветрянка. Пропустить нас не пропустили. Сказали, хотите, пожалуйста, мы вам все передадим. Показали нам в окошко. И вы знаете, да, и как-то вот, когда мы сели в машину, сразу, сразу вот это вот какое-то желание такое возникло. Теперь в семье уже трое детей. Родители не видят различий между родными и приемными. Больше всего времени проводят в загородном доме, где собираются все вместе. День семьи – их день. 60 лет как один миг. Семья Щербаковых в этом году отметила бриллиантовую свадьбу. Прожитые годы вспоминают с юмором, как на свадьбе была одна лапша и чай, как первый раз поцеловались. Забыл, когда поцеловались. Ну, это после как зарегистрировались. Любимым развлечением в семье была рыбалка и катание на лодке. Любимую катали на лодке? Да. А какую любимую? Я все время... Щербакова охотно дают советы молодоженам. Главное всегда слышать друг друга и понимать, пусть даже через слуховой аппарат. Щербаковы только доказывают исследования британских ученых. Семейные люди обладают более крепким здоровьем и благополучием. Валерия Квасневская, Валерий Шаронин. События.